Всем привет, мои уважаемые подписчики! Вот и залетает новый видеоролик. В этом видеоролике мы пойдем в наше любимое место под названием Казик. Братан, Казик не является способом заработка, это всего лишь развлечение. Никогда не иди играть на последние бабки, ведь ты можешь слить все. А если ты еще не играешь у нас на проекте, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. А для комфортной игры тебе нужен самый лучший промокод, который ты увидишь на экране. Вводи мой промокод Трунов и становись самым богатым человеком в нашем штате. Также хочу сказать, что я не являюсь никаким ни гуру казино, не предоставляю никаких услуг, мы просто идем играть вместе, делаем контент. Ты также можешь со мной выиграть, а также можешь и проиграть. Но если ты хочешь со мной поиграть, для этого тебе нужно поставить лайк и написать комментарий. Каждое воскресенье я запускаю стрим и рандомайзером выбираю, кто со мной пойдет. Давайте смотреть новый видеоролик, не забываем еще раз. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, а также поставьте колокольчик, чтобы приходило уведомление. А всем, кто кушает, приятного аппетита и всем приятного просмотра. Че, по 250 идем, да? Нет. Нет. По 5, что ли? Да. Пойдем на к другой пойдем, он туда. Блять, а это с этого стола. А Андрей, похуй, куда идти? Вставай обратно. Тут я рулю, нахуй, а не Андрей. Делай 300 ставку. Поставь на 0, давай. На 36, 0. Да. И поставь на 18. Ага. И мышку со стола убирай с чисел. Плохая примета, нахуй. Да вообще прям. А можешь 2 0 и 5 0 упасть? Только тоже, да, можешь? Что говоришь? Вот 2 0 упал, после этого 0 выпасть тоже можешь? Спокойно. Выпало 18. Поставь на 15, на 11 и поставь на 28. Слава, ближе к сердцу GTA 5 RP или Red Mir, нахуй. Ближе к сердцу. У меня вчера чисто вот эти падали, постоянно 22, 24. Постоянно 24 падал вчера. Все что угодно может падать. Ну, я не могу, на постоянке не падаю. Помни про говно, нахуй. Накаркал, нахуй, ебать. Я же говорю, нахуй, не держи мышку. Стоит плохая примета, блядь. Я же сказал 24. Поставь на 13. На 22. И на 26. А 24? Начал ставить по твоим ставкам себе и кентам. Поднял около 10 кака. Молодец. Кто? Да там, у меня стрим идет. 34, блядь. В рот я ебал. Так, на 15 поставь. На пятерку и на семерку. На семерку пинта моего заряжена. Ага, ну это страховка хуй-то. Да, завтра уеду. 33, ебал я в рот, нахуй, это казино ебаное. Поставь 32, 36 и 16. 32, 36 и 16? Да. А может не вы подключить, может повезем? Да зачем? Может, типа, он увидит. А чё Андрей молчит? Я смотрю. А, сегодня за тебя играю, да? Опять 33, блядь. Да, раз, блядь. На 20-ку поставь. На 19. Так, и давай на 30-ку. Мне что-то вот прям кажется, что сейчас, блядь, опять 33. Мне кажется, что-то вот 24, либо шестерочка. Сейчас там, опять сейчас 33 упадет, нахуй, блядь. Бля, я его в того все манал. Тут 33. Нет, это что-то крутит жестко. Это 29, блядь. Как я так понял? Что ты понимаешь? Поставь 24, поставь. На 0. И поставь на 13. Давай на 4 не подведи, выходи вопрос. Сделай следующую ставку 1700. Пах.
Это 27, нахуй. Ебать ее в рот. Так. Поставь на 26. Это все? Да. И по 500 сделай. Поставь на 2 нуля. И на 17. Ага. На 17. Но, блядь, и то кажется, что сейчас либо 28... Учетом того, так сказал, что... я думал, я уже что-то неправильно поставил. С учетом того, что есть. Упало 34-33, сейчас должно упасть 26. Нет, это 25, нахуй. Или 25, да. Ты ближе был. Да, блядь. 26 поставь. 24. И... Таса в жопу отъебли. И поставь на восьмерку, нахуй. По 300 сделай ставку, пизду нахуй. 30. 0 нахуй. Да, вон рот. Надо было микс кликнуть на 0. На 2 нуля поставь, на 28 и на 36. А 2 не выпадет сейчас? Нет? Не знаю. Может. Как будто двойка, да? Спокойно. Это 28. Ух ты, бля. На единицу, на 2 нуля. И на двойку. О, двоечка. Как у вас погода, ребят? Нормально? Пятерка, да? Пятерка. Морозота. На Стасика, на шестерку поставь. Пятерочка. На двойку. И поставь на ноль. Это ебаная восьмерка, блядь. Урод ее, блядь. Туда-сюда. 0-2-0 и девятку. 0-2-0 и девятку. Туда-сюда сделай, да. О, блядь, уши в башке уже приклеились от наушников. 18-24. 34. Да. Ебатория. На 35 поставь, на четверку. И поставь на 33. О. Ставь 0. На 29 и поставь на 36. Сделай ставку по 500. Будто я что-то передумал. Невезучая она, однако. Ну, 36 или 13, как обычно. А, ну заебись, везет пока нам, нахуй. Поставь 13. Ага. На 2 нуля и 18. 18. Ну, чтоб ебаный Стасик не выпал. Да, горбатая Стасик собака. 6. Да. А, шестерка вы Стасика называете? Да, да. Славян, на стримы посмотри. Блять, 28. А, какие 28, то нахуй 19. Вот смотри. Упала 25-36 противоположка, и вот смотри, 34-19 через 2 числа по противоположку закинула, блядь. Вот сейчас поставь 15-8 и поставь на 22. Вот если она еще восьмерку даст противоположка через 4 числа, это будет прикол, блядь. Гала 22. Противоположка, зеркалка, поэтому периодически. У меня еще такая схема есть, но я у некоторых видел. Типа вот смотри, вроде пошел закрут, нахуй. Оба восьмерка, нахуй.
Заебись. Почему они поставили на восьмерку? В смысле? А, вы на восьмерку поставили? На пятерку поставь. А, о. Да я только... Поставь на 18 и поставь на 16. У меня еще такая тактика есть, как я раньше говорил, 35 разделить на 2, это 17,5, значит 17 выпадет. Восьмерка умножить на 2, это 16, поэтому можешь 17 выпустить. А, ну это нули, блядь. Блядь, как так проебаться было с нулями, нахуй. Поставь на 0. Ага, ноль. На 15. И на 31. Есть шеф. Мы, блядь, пока в нуле, нахуй. Мы в плюсе. На 200 тысяч. Ну, плюс-минус там 400-500. Сейчас будем в плюсе. Кого еще раз? Я просто тут слышал чуть-чуть. А, нихуя, 14, блядь. Вот, сука, горбатая собака, блядь. Ублюдина ебучая, блядь. Сука, Стас Гондон. 23.9. И поставь на 12. В рот ее ебать, нахуй, сука, эту шалаву, шлюха гондон, блядь. Давай, нахуй, шельма, пилорама ебаная, вот так вот. А ну понятно, как обычно, блядь. Это 22, что? Блядь. Какого вообще хуя упало, блядь? 14-22, блядь. Вот мне просто интересно, блядь. Давай 24. На девятку. Ага. И заебень нахуй на семерку. У вас 21.07. У меня нет года выпуска, у меня есть просто состояние. У нас и девятка, нахуй, Жигули и Волга, 24-я хули. Весь советский автопром, да, нахуй. 21-я Волга есть? Ну, 24-я Волга, да. И она, кстати, блядь, нет, упала, нахуй. 24. Ебать. Вот как тогда сыграли, там, и тогда выше, там. Ой, за тем столом играли 22-24, блядь. Давай сейчас на ебаную 36, нахуй. На Стасовское очко 21. 26, 21 просто поставь. И поставь 25. Стаса в жопу отъебать, нахуй. Видишь, вот каждое число, блядь, все со Стасом связано. Да, когда он говорит очко, надо на ноль ставить. Вот, кстати, это, слышь, это стасовское очко упало, нахуй. Ебать. Поставь на 2-0. Вот, поставь на Стасика, кстати. Вот, и поставь и на 33 заебень, нахуй. Чтобы Стаса в жопу отъебли, нахуй. Стасик, сегодня сыграешь, да, родной Стасик? Не, не сыграет. Это, блядь, 24, слышь, заебало, нахуй. Поставь 22, 13 и 15. 22, 13 и 15. Ну что ж ты, Стасик, глотку свою рвешь? Кто не признал, я понимаю. Ты был бомжом, я в сарай тебя привел, отпиздил там, ногами запинал я. Это все в GTA 5 RP, нахуй. Ну, вот я давай, понимаю. Вот давай 22. Давай 22. Сука, 30-ка, нахуй. Как ты выбираешь, с кем из подписчиков играть? Начало ролика посмотри, там все говорится. 22 поставь. 26. Ты не видишь? Угу. И поставь на 28. Ты сейчас стрим идешь, что ли? Да. Ёпта, я что, попадаю в контакт? Проснулся, блядь. Ты только понял. Это 31, походу. А, нет, это 14. Опять это 14. За хуйня, блядь, ёбаного. На 22, 29. А это? Ну, 21, что, не знаешь? Жачку. Нет. Как ты, не играл, что ли, блядь? Молодой. Доперло. Я только доперло. 21, дай? Оба, 21. Есть. Есть.
Видишь, второй сектор ебашит 14-19-21, блядь. Сука, надо было по 1500 было заряжать нахуй. Поставь на 18. 18? На 0. На 0,24. 20. Ну, мы что, 10 миллионов тогда бьем, сука? Ебучий случай. Ой, серия какая, бля. Два аккаунта въебали. Лимит. Давай 0. Ой, дай 24. Вот 24. Дай 24. А, 24, нихуя, 24, это 35, блядь. 35. Сука, это 22. Ебать тебя в рот, сука, тварь горбаная. Рядом. Так. Без паники, нахуй. Главное, без паники, да? Главное, без паники. Да. Жора, все хорошо, нахуй. Поставь на 17. Сделай по 1500. Поставь на 2 нуля. Ага. И поставь на 10. Ага. Все, молимся, нахуй, всем чатам. Крестил пальцы, ребят. Пальцы не сломал, пока спустил. Блять, это 13, что ли? Или 36. 13, 36. Сука, мразь. Да. Поставь 25. 25. На 24. Вот. И на тройку. Как же Стасик. Стасик пошел нахуй. После Андрей Стасик очевидно. Ну, 24, дай. Ага, блядь. Это 13, да? Вот, сука, блядь, надо было не ебучую 24, а 13 закрывать, блядь. 24-10. А? Сделай 1500. Поставь на 28. Да прибудет с нами силы. Да пукнет Стас под одеялом в своем Хабаровске. Да залетит нам 28. Нихуя не залетит. Сколько? 14. А слушай, сколько раз она падает уже, нахуй, это 14. Ой, бля. Раз, два. По 1500 сделай. Так. Пиздец. Сказал скворец. 26 поставь. Поставь 11. Все, лимит. Опа. По 500 делай быстро. 11 и 8. Ну все уже. А, 26. Вот сейчас 20. Смотри, сейчас 26 вот так вот. 26 залетит, все. Это 18. Как раз